Видео для Владимира с Камчатки. Владимир, приветствую вас. Сейчас иду отправлять ваш заказ. Хочу вам так в бонус отправить вот такие элементы, которые вы можете заказывать. Возможно, на Камчатке и такие вещи будут востребованы. Так, смотрите, я тут хочу вам образец кормушки отправить. То есть можем тоже отправлять вам туда большими партиями. Если честно говоря, вот я прожил 2 года своей жизни на севере, это в детстве. Это Берингов поселок, там где Берингов пролив. Не знаю, там в основном зима у нас была стабильна, круглый год. Весной, да, была оттепель, то есть там рыбалка, все это именно такое. Там руками ловили рыбу. На Камчатке не знаю, как часто там какие есть, выделяются весенние и летние деньки. В общем, желаю вам успехов. Если что-то будет необходимо, то есть обращайтесь. Вот Чебрашек вам образцы можете заказать.